Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами Дима Здай, и сегодня я покажу вам два отличнейших боя на PC-1C. На PC-1S. Ну, короче, на PC-1S. Ну, или как называют его в рандоме, Пазик. Очень отличная машина. Просто. Этот бой, кстати, был первый мой на версии 9.16. Ну что ж, посмотрим его. Играю, как я всегда, как вы уже поняли, на пресс-аккаунте. Тут я, конечно же, заряжаю голду, ну, конечно, потому что играю на пресс-аккаунте, но это, в принципе, не сильно важно. Просто хочу вам показать, как же PZ1C в сегодняшних реалиях рандома просто нагибает все, что видит. Просто нагибает. Посмотрите. Едет БТ-2, да? Вроде вот встал он. И все, ну до свидания. Он даже не смог нам нанести урон. Понимаете, что это за адская колесница? Он просто не успел нанести урон, и мы его убили. Вот, БТ-7 артиллерийский тоже в ангар. Они просто ничего. Вот тоже 170 и. Я просто даже не успеваю следить за тем, как я делаю фраги быстро. Уже 4 фрага. 4. И это только было за 2 минуты боя. Вот еще один пятый. Т3 HMC. Я, конечно, понимаю, что бой на голде, да, все такое. Пресс-аккаунт, играй без голды, да, все это понимаю. Но без голды я бы скажу вам, что я почти так же их пробивал, честно вам говоря. Потому что пробитие 33 и 43 не сильно уж отличается. И вот у меня уже шестой фраг за 3 минуты боя. Вы понимаете, что это значит? Это много чего значит. То, что эта машина настоящая имбища. Вот это. Тут я убиваю арту. И это уже седьмой. Седьмой фраг. Тут я на каток ставлю Т-60 и еду за ними, чтобы быстрее добрать всех. Он просто ничего не может сделать мне против моего адского барабана. Проезжаем дальше. Видим тут Т-70, который смотрит на нас своей задницей. Тут я решаю, что нужно убить ваншота и добиваю свой 10-й фраг. 10 фрагов за 3,5 минуты. Вы понимаете, что это значит? Это просто имбище настоящее. И тут остается один Т-46. Он просто ничего не сможет сделать против меня. Ну, конечно, тут уже барабан. Я такой пишу. Ребят, ну, пожалуйста, ставьте, будьте настоящими людьми. И они мне, я так понимаю, оставляют. И это 11-й фраг. 11-й. Всего за 4 минуты я сделал 11 фрагов. Вы понимаете, что это за имба? Это просто самый лютейший танк на третьем уровне. Там, может, даже вообще в песочнице. Что ж, смотрим второй бой. И вот у нас второй бой. Знаете, что еще прелестное? Просто отличнейшее у этого танка. Это его максималка, равняющаяся 79 километров в час. Вы просто представляете какие-то цифры. На втором месте, то есть на первом месте во всей игре World of Tanks, который еще доступный танк, идет РУ-251. ПЗ-1С на втором месте. И если ты на Химмельсдорфе едешь и набираешь эту скорость, там уже идет просто цифры за 80 км в час. Вы понимаете, что это значит? Вы просто едете и ничего не увидите. Вот просто вот с такой большой скоростью едете. Этот бой тому доказательство. Я просто проехал между врагов, просто еду, ничего не вижу. Мне на всех наплевать, я еду свои 80 км в час, и просто меня никто не может догнать. Вы понимаете? Ну, конечно, скорость постоянно 80 тяжело держать, потому что она спадает, когда я поворачиваю. Но 80 км в час на третьем уровне. Это просто жесть. И тут даже враги ничего не понимают. Как у них танк мог оказаться в тылу? Вот они все за мной едут, пытаются попадать. Некоторые даже попадают. Вот, на нем просто можно уезжать. Этот танк
Это не танк, это просто машина для гонок. Для дерби, понимаете? Настоящая это машина. Машина нагиба. Вот, за мной они не могут доехать за мной. Не могут, потому что я быстрее них. И вы можете с такой скоростью ехать и троллить врагов, потому что они не успевают вас убивать. Зовем догнаться. Тут, конечно, у меня уже догнали тут и разбирают меня. И все, что они не делают. Но смысл-то 80 км в час. Это быстрее любой ЛТшки на третьем уровне. Да что там на третьем? Почти любой, кроме, конечно же, вышеназватого РУ-251. Противник обнаружил нашу машину. Я просто проезжаю и всех убиваю. Просто аннигилирую. Ну, конечно, на пятом уровне. Тяжело кого-то пробивать или вообще хотя бы гусеницу сбить. Потому что я голдой стрелял у И в гусеницу и не смог ее сбить, понимаете? Я голдой стрелял у И и не мог его пробить. Точнее, даже гусеницу сломать. Ну, тут, конечно, я затупил, и меня БДР все-таки и убил. Но прикол-то в том, то, что я смог их всех затроллить. Thank you.